Какой же желтый, блин? Я знаю, что видел, я знаю. Ну, а так, что ты не идешь. А чем ты короче, а я могу кубатлов взять? Ты можешь что угодно выбирать. Тут автоматом нет, винчи только. Типа, а тут от цвета зависит. Да. О, пацаны, Тимур зашел, прикиньте. Ну, давайте попробуем. Куда? Что из этого выйдет. По крайней мере, вроде у него загорелась кнопка в геймрейнджере, что он типа в игре. Только сейчас не свернитесь на загрузке. Там все по инструкции надо, но он еще не пропачил, типа. А, ну ладно, хер, все, поехали. Мне уже спать через час. Там все по инструкции надо, Тимур. Да он не слышит, я так понял, у него что-то с динамиками. Ну или с настройкой, блять, динамиков в Дискорде. Ну, не знаю, просит там инструкции все. Просит писать ему. Ты цвет запоминай, будет. Так, синий, я вижу. Кто зашел? Это вышел. А вот этот зашел. Блять, самое хуёвое, что не видно нихуя. Я бы хотел все видеть. Так, пойду я тогда голема захвачивать. Кто зеленый? Кирита? Нет, Кирита синий. Зеленый я. А, зеленый, захвати здание, которое находится вот здесь. Но там надо прилично войск. Отрядов хотя бы 6-8 минимум. А там кто стоит? Ну, стеклянные всякие хуесосы. А, те, которые вот эту хуйню делают, отравлялку, да? Да, ты, короче, захватишь и сможешь, короче, временный стан включать на нападающих. А, типа это что? Ну, стан, ну, типа магия, которая, блядь, парализует, грубо говоря, войска, ну, и они не двигаются. Ну, это термин из Доты, по-моему, пошел, стан. Это от английского, типа, слова. Там, наверное, там с Варкрафта третьего, блядь, или еще раньше. Стан, оглушение, ну... Да, как минимум с Варкрафта, а там, может, и раньше откуда-то. Ну, Варкрафт, конечно же. Во всех играх, типа, распространено. Ну, я впервые услышал это еще в 2010 году, когда мы играли в Доту в Warcraft 3. Я Вовке услышал. А я вообще тут очень сетку всякую хуйню пытал. Типа, стань его, стань, да? Да-да-да. Удар по почкам там, блядь. Defensive turret at mine, это что означает? А, у тебя периодически на шахты будут нападать. Типа, блядь, в любом случае. Поэтому открывает способность у улучшенных шахт создавать турели рядом. Как у этого. Как, блядь, герой этот сраный. Ну, как из компании этот хуй, блядь, на коне. Это способность только у шахт. Кто-то стримит? Наверное, откуда я знаю. По-моему, ну, я экран запускал, я не знаю, видно там или нет, кто там сидит. Если я сверну, наверное, хуй знает. Я посмотрю. Короче, атака начинается. Я еще... Будет, да? Нормально стримит все. Правда, у тебя нас не видно, но стрим норм идет. А, ну хорошо, хорошо. Может, кто-то посмотрит. Там все смотрят. Весь интернет, блядь. Так стрим-то только в Дискорде. Твою мать! Это ж, блядь, Race of Legion, ёпты, блядь! Бросай всё! Просто бутерброд выпадает изо рта, да? Нахуй нам бэткомедиан и прочее, блядь, тут нахуй стримят Race of Legion, нахуй. Просто всё вылетает, нахуй. Вы уволены, блядь, все, нахуй. Так, ну я, главное, районы могу чекать. Вот три района. У пацанов по три района.
Лакас, я правильно понимаю, что Кирита допер и хочет вместе со мной захватить это здание слева, внизу? Если Кирита синий, то вполне отдам, вероятно, да. Потом не впадут. Ну, нормально играет, уже телескоп строит. А у него какая-то странная острота, два торговых и промышленных. Интересно. Сейчас, блядь, Леонардо и агент будут всю игру курить, а Кирита отбиваться, да? Создарашь Левиафан и будет одним Левиафаном появиться. А он тут бесполезен, блядь. Практически. Если дополнительного взять, наверное, как дополнительная такая поддержка, чтобы союзников помогать. Ну да, там сзади стоять, денег накидывать. Прямо накрыть, что ли, делаем? Алло. Леонардо. Да нет. Агент, тебя пиздец тихо слышно по сравнению с остальными, хотя ты у меня выкручен на всю. Ну, у меня микрофон долбанутый, встроенный. А разъема для микрофона у меня нету на ноутбуке, ни хера. Так я бы свой тут новый подключил бы, сказать, что он нормальный. Не, не крест-накрест, он просто не перенаправил. Сейчас, перенаправь, пожалуйста. Вот ему написать надо. Я свой направляю уже нормально. Кстати, агент, я к тебе там на помощь, на захват здания пошлю войска, чтобы быстрее захватить. Хорошо, мы пока города захватываем, развейте медленно. Батя, ты ему жизнь спасет, если он перенаправит сейчас. Вот сюда направь. Блин, скажите ему. Как будет туда? Блять. То ли херя, то ли че. То ли зеля, то ли херя. Сейчас я ему ебану. О, неужели, блин, направим на команду. А ты заранее какой-нибудь поставлю? Блять, а кому-то войну воет объявил, ты нахуя ему? Чистишь, блять. Хотел доебываться, блять, расчистить, блять, для тебя. Ну хули, это ж только начало. Да эти, блядь, слабенькие, сука, 6 отрядов. Агенты города-то выкупают, я уже где-нибудь 108 голды, там 122. Ты их уже сразу 2 выкупишь. Сразу 2, сразу выкупаю. Там 98 еще дешевле есть. О, они выкупили. У тебя караван еще стоит, торговые районы надо строить. А, ну тут и пройдем сюда, вот. Агент, про вот эту хуйню не забудь. Да, я в курсе. Вот мне нужны войска какие-нибудь. Чуть-чуть поближе. Чуть синий захватил там голем, да? Одно войско чуть-чуть поближе поставь. Красный. Чуть-чуть поближе. Да. Синий, да.
короче, посмотри. Бля, я не слышу агента, тихо. Подойди одним войском к цитадели, чтобы посмотреть, какие там чубрики стоят. Ну, разведчик на чубрике. Блять, я не знаю, зачем ты это просил, потому что это было абсолютно бесполезно. Ну мне просто оцени, там еще паучок стоит. А, вот, оазис свой купил. А, он еще хилит же вокруг себя, нормально. Тебя просил вроде захватить, поэтому уже войск достаточно. Чё ты ржёшь? Ну, войска, наверное, Кирита. А зачем родник, интересно? Смерть Кирита, блядь. Месть. И имперский марш такой играет, блядь. Чё, эти станы откатили? А я только один юзываю, то там не стан, блядь, там огонь какой-то, блядь, на 3 секунды. Да, блядь, они какие-то ломанные пидоры, блядь, я не знаю. То есть вот верхние 4, я не знаю. Что-то не работает. Войт, ты расстраиваешь Леонида Якубовича, блядь, с такими мувами. Я помогу ему немного. Опа. Бай, застань всю эту хуйню. Так, короче, агент может не идти захватывать за здание, я его сам захвачу. А, ладно. Окей. Занимайся тащерством. О, да, пошли, блин. Воу-воу, вы куда тупые, блядь, стекляшки, блядь, за что вас, блядь? Эти матридов мочите, все разобрали. Вот говники не в обход идут.
Ёб твою, а чё более главное? А вот для этого нужны турельки, не понял. Жаль, они не управляются, сука. Ты бы их на Кирита увел, блядь. Сасамба во всех переводах. Not bad. Not bad. То, блин, чё вы стали добивайте, блин. Нет, моя спал. Бля, 15-я минута уже? Охереть, время летит. А я даже экономику нихера не раскачал, ёб твою налево. У тебя даже потратил ресурс. О, они урали у меня прокетов кто-то. У тебя и эти не улучшены, а вот клад улучшаешь, хранилище лучше. Так, сейчас я буду улучшать здесь. Как она экономика пойдет, буду вообще на все стороны броняться. Бля, Кирита что ли давят? А он типа... А ты чё думал? Батарея потом с ним понесет. Слушай, у тебя стан есть уже? У меня за стан. Нету, нету. Был уже. Так вон у тебя откатило. Как сказать? Так, давай. Откатилось. Не-не-не, вон, ну самый левый. А вот заморозило, ты говоришь, что.
Да, Кири, это просто задавили. И этот за кубиками Рубика следи, чтобы они типа где надо стояли, потому что они куда-то вперед уебывают постоянно. Озеро подъехали. Ген, ты бы... Тебе надо Симону помогать, скорее всего. Кому? Симону. Ну, либо на центр, конечно. Ну, типа, разделить микрофанды, скорее всего, придется. Нет, я как-то далеко поставил, мне кажется. Ну, хуй знает, я не помню, как я пути проводил. Все, блядь, все сдохли, заебись. Я пока пойду. По факту слева уже мало будет. Ну, сейчас справа будет, потому что я сейчас слева как-то стараюсь помочь. Так. У меня экономика разная, я попробую так сделать то, что ну, прямо некоторые сейчас не простят. Только ульту не качаем, а тут не тайм. Ага. Зеленый, у тебя что-то войска стоят, нихуя не делают. Да потому что я их туда-сюда направил, мне сейчас справа пиздец начнется, если сейчас не тебе направил. Так, блять, они... Куда нахрен? Пиздос, вот сколько тут. Режим интересный, но попотеть можно. Да я не пойму, в чем прикол, почему мы, блять, так всираем. Да просто войска скопились, вот и все. Если их равномерно скармливать, то, конечно, проще. Что-то Кирита очень долго, блядь, не реагировал на левый фланг свой. Да и в центре какой-то пиздец. А что, его проносят? Его пронесли просто, типа, блядь, там воет армию скопил и понес пусто. Там по факту башня и крепость стояла, все нихуя. Видишь, как хуёво, да, когда они бегают, блять, вообще хуета. Просто бегут хуй пойми куда, ты их не догнать ничего не можешь. Ну конечно червяки вылезли возле шахты прям на героя, не кстати вообще.
Я сейчас знаю, что вы скажете, но мы, во-первых, в трали, блин. Во-вторых, я сейчас буду развлекаться хотя бы. Поверь, твой левиафан очень быстро сольется из-за заразы темного стекла. Просто чекай. Поэтому хп улетает. Он какой-то ватный этот левиафан, я не знаю. Ну я чисто поржать это все делаю. Сейчас почему я просто буду развлекаться? Мне насрать. Я чисто поржать это делаю. Ну чё, пацан, там всего 17 минут осталось. Фана просто нравится. Этот трескающий звук просто это капец. Какой звук? Трескающий тоже треск, это типа механизм работы. Да, может быть, пробовали. Вот такая развлекуха, как это будет. У него уже 900, ну, почти косарь на сегодня. Блять, придет. Что-то ничего себе, это все что ли? Все получается. Все? Да. Тут имба Алины, короче. Хули имба. Ну я хуй знаю. Делайте ставки, успею, не успею съебаться. Получается, первые на четвертой минуте задерживаешь. Ну на четвертой сливаешь. На восьмой и на десятой задерживаешь, если две вот эти атаки. Все, блядь, там уже никак не выиграть. Ну ладно, зато я левиафан успел призвать и поразвлекаться хотя бы. Знал, что всех свём. О, и другую карту что-либо. Блять, мой форт. Вот так и мой форт. Это не похоже. Что он за ком хуярит? Големов дохуище просто идет. Пиздец. Два подряд почему? Обычно на последний очень все стоит. Чё, в цитадели голема нету? Ну, он только для Винчера, скорее всего. Ёбаный свет, бля. Нахуй я её захватываю.
хуй знает, блядь. Ну и как это выиграть, блядь? Ну, полу. Я не знаю, потому что мне там ранее единственный город остался. Просто вся карта фиолетовая, блядь, ты посмотри. Конечно, я люблю фиолетовый цвет, но действительно не фиолетовый. Что там сделал? Добивай их, агент, я врубаю стан. Добивай, добивай, быстрее! Сейчас будет. Оп, успел. Просто получи бой. Получи, подлая крыса. Сука. А, ну все, взорвался. Не, хрена ты, я так бойся, блин. А чё, кто-то живой ещё? Ну, там здание. Тихо, тихо, блядь, строимся, строимся, ребята. Не паникуйте. Всё ещё можно выиграть. А, да там один город просто ещё нет. Блядь, надо понастроить, брат. Главное не сдаваться. Вон, я двух героев заказал, заебись. Русские никогда не сдаются. А мне вопрос, что делает вот это вот здание, рудник, вообще интересно? Ком к Тимонию и какую-то хуйню спам. А, только Тимонию.